Тебе ничего не надо знать о моей жизни, кроме того, что я был гений. Помню, как мы пришли в училище, а он уже был знаменитостью. Согласны ли вы с тем, что ваш прыжок до сих пор считается самым высоким в мире? А значит так, она сидит вон там, дальше вы сами. Имя? Акьяра, да? Мама говорила, что ты жлоб. Лёш, женись на мне. Молчи, выхухоль. Ты заикаешься? С тех пор как, а тебя не видел. Вот увидела, думаю, пройдет. Можно я тебя станцую? Это что такое сейчас? Это ты такси ловишь? Думаешь, что делаешь? Конечно, детский сад – это небольшой театр. Дура! Большой театр – это не детский сад! Мама была права. Да, помню, что я жлоб. Займи денег. Better luck next time. Вот, я в суд подаю, сука. Папа! Ну куда ты помчался так? Ну что, с тобой бегаешь, что ли? Я тебя уже однажды вытаскивал. Как бы я тебе заехал сейчас по твоей наглости с недовольной рожей. Посмотри на меня. Вот он, я, гений. С этим живот. Это не рак, ты не умрешь. Я ему нужна, понимаешь? Алло, Леша, ты что делаешь? У меня все готово. Каждая нота, каждый шаг, каждое движение. Темников станцует в прямом эфире в первый раз за 20 лет. Тебе нельзя. Чтобы что-то сделать, нужно быть либо от рождения отчаянными, либо чтобы профсоюзы стали отчаянными.